Здравствуйте! Мы приближаемся к празднику, к которому готовились весь Успенский пост, то есть к празднику Успения Божьей Матери. И сегодня я бы хотел рассказать вам о значении, смысле и месте этого праздника в жизни христианина. Успение Божьей Матери – это окончание ее земной жизни, потому что словом «успение» мы называем смерть тела человека. Почему же смерть тела, то есть конец земной жизни, для нас, христиан, праздник? И как может быть праздником окончания земной жизни той, кого каждый христианин глубоко почитает и любит? Той, от которой воплотился, воспринял человеческую природу Господь наш Иисус Христос. Той, которую каждый христианин считает своей второй матерью. Потому что окончание земной жизни – это не уход в небытие, это не катастрофа, это не крах. После того, как Господь наш Иисус Христос совершил дело нашего спасения своей жизнью, страданием на кресте, смертью и воскресением, победил грех, устранил последствия греха в жизни человека, победил смерть. Успение для нас лишь прекращение трудов. Успение для нас итог нашей жизни, но не безвозвратное окончание ее. Образ же Матери Божией, ее жизнь, ее праведная кончина является образцом и для каждого христианина. Кроме того, оканчивая свою земную жизнь, мы преодолеваем границы земного тела, границы земных материальных законов, и поэтому окончание земной жизни Матери Божией, Пресвятой Богородицы, является праздником для каждого христианина, потому что теперь ее забота, ее помощь доступны каждому верующему в Него. Не случайно в церковном песнопении этого праздника воспевается, как чудесное рождение Иисуса Христа, в котором не было нарушено целомудрие Матери Божией. «В Рождестве девство сохранило Иси», — поет церковь. Так и окончание ее земной жизни не явилось окончанием ее служения людям. «Во успении мира не оставила Иси Богородица», — воспевает в этот день православная церковь. Вся жизнь Матери Божией была посвящена исполнению воли Божией о ней. А воля Божия о ней состояла в том, что ей предстояло послужить величайшему чуду, чуду Бога воплощения, когда Бог непостижимый, вечный, всемогущий, являющийся полнотой совершенства, воспринимает на себя нашу человеческую природу, становится человеком. И как человек он рождается от Богородицы Девы Марии. К этому она была предназначена с рождения, к этому готовилась воспитанием в Иерусалимском храме. С 3 лет она находилась при храме, куда отдали ее благочестивые родители.
служению дела своего Божественного Сына Иисуса Христа была посвящена и вся ее жизнь. В Матери Божьей мы видим совершенного человека. Кто такой совершенный человек? Совершенным является человек, в котором нет эгоизма, который не живет для себя. И вот жизнь Матери Божией была постоянной отдачей себя людям, отдачей себя своему Божественному Сыну Иисусу Христу. Жизнь ее была совершенной любовью. Успенский пост, который мы с вами совершаем, имеет целью и нас немножечко приобщить к жизни Матери Божией, помочь нам отказаться от ублажения себя, от удовлетворения своих желаний эгоистических и немножко научить нас служению, служению Богу, исполняя волю Его, и служению другим людям, когда мы стараемся делать то, что полезно другим, а не только приносит удовольствие нам самим. Матерь Божия, приближаясь к окончанию своей земной жизни, заранее получила от Бога уведомление о времени своей праведной кончины и готовилась к ней в строгом воздержании, в посте и в молитве. Несмотря на то, что сама она не нуждалась в очищении, потому что грех был в ней побежден, она являлась идеалом нравственной жизни человека. Тем не менее, будучи человеком во всем подобным нам, имея ту же природу, те же болезни телесные, она готовилась к этому великому переходу, к оставлению телесной жизни. И когда время ее успения пришло, она собрала вокруг себя учеников своего Божественного Сына, учеников Христовых, и душа ее разлучилась с телом. В это время окружавшие ее апостолы сподобились видения. Они видели, как явился их Учитель Христос и взял на руки душу Божьей Матери и постепенно стал удаляться от них, делаясь невидимым. Тогда с молитвой, с вожженными светильниками, торжественной процессией ученики Христовы стали сопровождать тело Матери Божией к погребению. Эта траурная процессия сопровождалась множеством людей. Церковное предание говорит о том, что некий иудейский священник, видя, как он думал, это вот нечестивое такое собрание многолюдное, потому что это было собрание учеников Христа, которого он считал возмутителем спокойствия, нарушителем иудейских законов. Он, движимый своей якобы праведной ревностью, ринулся к гробу Богоматери и толкнул его. И тут же руки его онемели, отнялись руки его. И пораженный этим чудом, он увидел всю неправедность своего гнева. Церковное предание говорит о том, что он пошел вслед за траурной процессией, молясь о вразумлении, о том, чтобы Господь открыл ему свою волю, переосмыслил всю свою жизнь и получил исцеление.
получил исцеление и стал также последователем Христа. Смысл праздника Успения Божьей Матери в том, что жизнь каждого из нас также имеет начало, имеет конец, начинается рождением, заканчивается успением, и она не должна остаться лишь в памяти близких нам людей. Окончание и нашей земной жизни должно стать торжественным переходом в вечность, как успение Матери Божией, а не просто уходом в небытие. Но для того, чтобы окончание нашей земной жизни стало торжественным переходом в вечность, нужно, чтобы вся наша жизнь была, подобно жизни Матери Божией, посвящена служению. Если мы в центр восприятия мира ставим самого себя, то как бы мы ни стремились к удовлетворению своих желаний, к достижению своих целей, жизнь наша закончится ничем. Если же жизнь свою мы посвящаем служению Богу и ближним, то жизнь наша не заканчивается. И смерть тела становится лишь прекращением трудов, успением. И как человек, много потрудившийся в течение дня, ожидает ночи для того, чтобы во время сна восстановить свои силы, так и окончание земной жизни, много потрудившегося во славу Божию, на пользу ближним человека, не пугает его и не страшит. Потому что является славным итогом его праведной жизни. Успенский пост, который приближается к завершению, помогает нам, дает нам силы, укрепляет и учит нас видеть в себе грех, происходящее от эгоизма нашего, видеть способы борьбы с грехом и дает нам силы победить этот грех. Всех вас поздравляю с праздником Успения Божьей Матери. Желаю вам помощи Божьей. До свидания.